Вот кое-где, кое-когда у нас случается беда. Из крана хлынула вода, и оголились провода. Вдруг стала горькая еда, лед проломился у пруда. И кто же нас спасет тогда? Аркадий Паровозов? Аркадий Паровозов! Аркадий Паровозов! Как-то Саша вместе с мамой на курорте отдыхал. И на море вместе с мамой искупаться он пришел. Но на море оказалось очень много дядь и теть. И купаться между ними не понравилось ему. И тогда увидел Саша рядом лодочный причал. И решил с причала Саша в море синее нырнуть. Саша рыбкою с причала в море синее нырнул, и до дна морского Саша донырнуть почти что смог. Но тотчас моторный катер вдруг приплыл издалека, и на скорости на полной он к причалу подрулил. Только Саша не увидел ничего из-под воды. Да и Сашу не заметил под водою капитан. Но Аркадий Паровозов был на пляже в этот день и заметил, как с причала Саша рыбкою нырнул. И уже через секунду он к причалу подлетел и у катера опасный курс движения изменил. Он из синего из моря Сашу бедного достал и сказал ему такие очень важные слова. Уважаемые Саши или Маши, например, вы у лодочных причалов не купайтесь никогда. Может катер появиться на воде в любой момент, потому что очень быстро могут плавать катера. Постарайтесь это, дети, никогда не забывать, потому что мимо, дети, я могу не пролетать. Когда у нас случается беда, из крана хлынула вода, и оголились провода. Вдруг стала горькая еда, лед проломился у пруда. И кто же нас спасет тогда? Аркадий Паровозов? Аркадий Паровозов! Аркадий!